12 марта на базе Центра спортивной подготовки «Ялта-Зай» прошли соревнования по лыжным гонкам в рамках спартакиады муниципальных служащих Республики Татарстан. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 45 районов республики. Эти соревнования стали уже традиционными. Это настоящий спортивный праздник. И главная его цель – поддержание интереса к спорту и здоровому образу жизни. Основная цель, я думаю, здесь просто оздоровление муниципальных служащих, которые работают всегда на работе, всегда в организациях. Им тоже, их здоровье тоже надо укреплять. 8 видов спорта включает в себя. И будут они проводиться в течение года в виде отдельных чемпионатов. Начинается вот с лыжных гонок. Это первый вид. В программе есть волейбол, в программе есть мини-футбол. Есть настольный теннис, шахматы есть, легкая атлетика есть в программе, бадминтон есть в программе. Вот такие виды. От каждого района на старт вышли муниципальные служащие в составе 2 мужчин и 2 женщин. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию 1 километр, мужчинам 3 километра вольным стилем. Первыми вышли на старт представительницы прекрасного пола. Всего 87 спортсменок. Далее – мужчины. На стартовой площадке каждый участник соревнований получил чип для полной прозрачности забегов. На соревнованиях, когда, как сегодня, это по свободному стилю, значит, они могут двигаться любым способом, классическим, коньковым, тут дисквалификации не будет. Дисквалифицированы будут вот на этих соревнованиях сейчас только те, которые не пройдут контролера и срежут где-то пораньше, повернутся и придут. И, значит, не прошедший контроль. Трасса очень легенько сделана, единственный первый подъем, но со стадиона без него мы выйти не можем. Поэтому вот в этот первый подъем поворачиваемся и возвращаемся сюда и сразу через мост. Легче уже невозможно сделать. Сделали с самой легкой дистанции. Команду Заинского муниципального района представляли Валерий Акатьев, Валиев Ильгиз, Павлова Наталья и Бухтеева Надежда. По итогам соревнований заинские муниципальные служащие заняли 3-е общекомандное место среди муниципальных районов с центром городом республиканского подчинения городского округа. Девчонки наши неплохо пробежали. Они в нашей подгруппе должны быть в лидирующих местах. Я сам не смог проследить за табло, но в то же время вот сейчас получили уже старт наши ребята. Мы их ставим, тоже задачу ставили быть, конечно же, в первых местах. Я думаю, общекомандный наш район, он будет все-таки в призовых местах по этому виду спорта. Ну, иначе и нельзя. Заинск мы называем, что это столица, лыжная столица Татарстана. Личные результаты: на первом месте Валиев Ильгиз, 10-е место у Акатьева Валерия, 5-е место у Бухтеевой Надежды и 8-е место заняла Наталья Павлова. Все участники соревнований получили призы и кубки.